Если применительно, вот я говорил, к жизни людей, то по программе партии правительства, командно-административный способ, всем сеять кукурузу. Помните, был Никита Сергеевич Хрущев. И то, что обратной связи никакой не было. Почему? Потому что, а что я так буду обратной связи? И то, что там урожай низкий, кукуруза на севере не растет, там земли не те, еще что-то. Все, ничего не учитывалось. Всем и все. Значит, команда административная, среда тоже не учитывалась. Ну и результаты печальные. То есть качество управления низкое.